Вместо детских домов замещающие семьи в Новосибирской области планируют полностью перейти на эту систему. Как сделать процедуру подбора родителей на время безошибочной, обсудили сегодня лучшие эксперты со всей России. Пока отсутствуют четко прописанные нормативы в законодательстве, эксперты от юристов до педагогов и чиновников решили объединить ресурсы и определить оптимальные пути взаимодействия с семьей. Обсуждают, как стандартный курс обучения для приемных родителей трансформировать для тех, кто готов взять ребенка лишь на время. И как должна работать служба сопровождения, чтобы количество отказов от детей свести к минимуму. Но пока специалистов, готовых заняться проблемой сохранения семей, не хватает. 56 человек, которые работают у нас по этому направлению, они охватывают полноценно порядка 1300 семей. А у нас этих семей около 7000. Самое главное – расположить семьи к этому диалогу, чтобы они не делали тайну из этого всего, потому что заканчивается это все таинство, как правило, тем, что ребенок возвращается назад под юрисдикцию государства. Вот этого нельзя допустить.